И сегодня же на заседании областной думы депутаты одобрили кандидатуру Сергея Филипенко на пост регионального прокурора. Представить потенциального руководителя надзорного ведомства приехал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев. В характеристике, которую направили из главка, господин Филипенко зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессиональным руководителем. При этом он проявляет настойчивость и требовательность в своей деятельности. Сам же кандидат, выступая перед депутатами, обозначил основные направления, по которым намерен работать, если его одобрят на пост прокурора области. Я не стану скрывать то, что к моменту приезда сюда, в Саратовскую область, из открытых официальных источников достаточно подробно ознакомился с социально-экономическим положением Саратовской области, сделал для себя определенные предварительные выводы и в первую очередь вижу работу и задачи прокуроров в реализации правозащитной функции прокуратуры, в отстаивании социальных прав граждан, на жилье, жилищно-коммунальном секторе, заработную плату и прочее. Ранее Сергей Филипенко занимал пост начальника управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе. Сам он родом из Челябинска, в органах прокуратуры служит с 1997 года. Пост руководителя главного надзорного ведомства региона Сергей Филипенко займет после подписания соответствующего указа президентом России.